Итак, всем привет, мы с Толстым. Сегодня мы продолжаем проходить Resident Evil 7. Дополнение Not a Hero, не герой. Играем еще за крыса Редфилда. Кто помнит, мы куда ходили? Я вот не помню, куда мы ходили, но мы куда-то доходили. Так, мы ходили куда? А что, карту не отображается? Не понял. Я не сохранялся? Не может так. Не, хотя патроны у меня не все, значит я сохранялся. Подожди. Так, да подожди. Да, ну тут мне сейчас уже не страшно. Да, конечно. Давайте тут хоть об этого идти все. Ой-ой-ой, тут не слишком ли огромный туман? Так. Угу. Мы не находили ключ, который нужен для той двери. Вот там. Дальше дверь есть. Мы не находили для нее ключа. Так. У меня ничего нету. Так, кроме головы. Ой-ой-ой. Так, кроме головы здесь ничего нет. Ладно. Вообще-то не ладно. Мне нужно как-нибудь... Сейчас будем решать, как мы будем вообще сражаться. Что у меня есть? А, я не понял. А я забыл, да? Air Clear, хорошо. Будем сейчас сражаться вот таким вот образом. Я забыл. Хорошо. Мы сейчас должны победить здоровяка, найти какую-то невъебически охерительный большой, вообще не обосраться где на. Понял тебя. Раз, два. Так, сейчас гранаты я возьму. Где у нас та непонятная херня? Сейчас поиграемся с тобой сначала гранатами. Ты кто? Ты вообще? А, не-не-не-не-не-не, я понял, подожди. Ему урон нанес, я просто так и не осмотрел. Капец, он быстрый. Ему урон наносится? Понял тебя. Лети. Понял тебя, я понял. Мне к тебе рановато. Мне нужны не въебаться, а обосраться какие патроны, чтобы тебя хоть как-нибудь победить. Я все понял, хорошо. Значит, мы идем куда? Правильно, куда-то в темное место. Все, ладно. С этим мы разобрались, проблем нету. Потратил 30 тысяч миллионов патронов, но ничего. Главное, граната на месте. Сколько? 5 патронов прокекло. 5 патронов! Ну ладно. Это уже не шибко так уж и важно, так что нормально. Так, мне нужны патроны сейчас. Во-первых, мне нужны патроны, которые, ну, уничтожают тех самых. Создавать я ничего не могу. Значит, патроны я буду подбирать только здесь. Так, где у нас там темная зона? Вот здесь вроде у нас. Если вы слышите, что у меня немного поменялся голос, у меня насморк. Жесткий насморк, я простыл. Так что да. Ничего не видно, но очень неплохо. Чего, блин? Отлично, еще раз отлично. Так, патроны есть. Древние монеты, я хер пойми, но они есть тоже. Ага, я вас понял. Я не знаю, что это, но я вас понял. Ага. Ага. Страшные места тут. И чё? Просто зак... Ага. Не понял. Ножом скрывай. А у тебя нету ультра-дупер-пупер какой-нибудь взлом машины? Пистолетом? Нет, ну ладно. Хорошо, мне нужна отмычка. Почему можно сказать, у спецназовца профессионального нету отмычки с собой? Он что, считает, что лучшая отмычка это
как его зовут, пистолет, пулемет и все такое. А он не может выключить, кстати, этот режим? Нет, не может, понял. Ах ты во... Ууу, ясно, ясно. А это, кстати, не видно из-за того, что все зеленое, не видно. Так. Ну, опять сейчас начнется, да? Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чисто. Чисто. Отлично. Так. Ага. 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 Так. Да я понял, что я могу это трогать и все такое, но я же не сломаю. Ты сейчас серьезно? Надо! Я понял. А я мог его взорвать до того, как он до меня добежал? Я же еще ни разу не пробовал так делать. Я просто сейчас спокойно смотрел, как он бежит до меня, чтобы бумкнуться. Все. Какая-то страшная вещь. Так, мне прям... Друг, идешь на прыжок? Думаю, что не особо. Либо пойдешь, просто мне надо как-нибудь будет прям обрезать, хотя... Хотя, кто его знает? Так, здесь ничего нету, а потом, может, опасность где-то. Так, мне нужно что-то... Ну, что-то непонятное. Так. Ну, посуда, вот это, вот это, так... Ага, вот так вот. Ага. 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 Все, понял. Ничего не понял, ну да. Давай, пинай. А пинай. Дурак. Дурачок. Давай, 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 давай. Разгон, погнал и... Всё. Нихуя не понял, ну да. Мы сделали все. Я уверен, что я сделал... Не понял. А я же не выберусь тогда обратно. Ну и ладно. Правильно? А что, не выберусь обратно, ты, Крис, ты подумал о пути отхода, нет? Ясно, он не продумал это. Этот вопрос, что-то как-то, он не задавал этот вопрос самому себе. Как, почему и зачем? Каким образом вообще, во-первых? Я понял, мне туда, но я пойду сюда. Потому что, во-первых, здесь были враги. Нихуя не видно. Что это за кого? Я хочу здесь что-нибудь найти. Я не верю, что здесь ничего нету. Я просто тыкаю F. Так, вот стена. Ага. Ага. Крис, а вот тут ты не хочешь включать, да, ночное видение? Мне нравится. Хороший ход, считаю. Считаю, великолепный, ебейший ход. Я серьезно говорю. Ход просто обосраться, если честно. Может, здесь что-нибудь есть? Гениально, просто гениально. Закрыть себя сзади, никуда не пройти. Это, блядь, Крис, ты очень умный. Ага. Ну, знакомые, подождите. А, понял. Мне только сюда. Ловушек вроде нет. Чего слово вроде, потому что я их не вижу. Тихо, 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 тихо. Нет. Хоп. Нет. Хоп. Нет. Ну ладно.
Я не буду открывать эту дверь. Это же прямой намек на то, что мне будет плохо. Да тут уже намек, что здесь будет очень плохо. От этого количества плесени мне лучше не станет. Иди нахуй. О! О! Товарищ, блядь! Лови! Очень долго. Привет. Не понял. Лови! О, блядь, сука! А? Ну ладно. Так тоже пойдем. Первый ключ найден. Осталось 1 000 000 патронов на этом. С ножом. Ну и я, ну да. Ну вы поняли, в принципе. Паника, паника, все такое. И все, и прокекал все. И кота никуда не делось. Забить нос немножечко. Капельки текут. Чё, ебать? Ты такой жирный, что ли? Ну, вставай. Я буду вот так. Так, если он реагирует на ультрафиолет или типа такого. Эй, you okay? Конечно. Hang on. I'm coming. Конечно, конечно, все отлично. Просто все. Зашибенно. В такой жопе находиться. Это только-только в путь. Удачи. Блин. Подожди, а как этого звали? Там что-то горит. Сука, жирный. Не как поезд, ну, блядь. Пассажир точно еще тут. Не, подожди. Я сначала пройду здесь везде. Но включу электрипепо. Я отключился. Так-то лучше. Ходить-то лучше, согласитесь. Сейчас, подожди. Да я и не хочу бросать-то... Блять. Эй. Эй, you still with us? Yeah, it's you. Thanks. I was beginning to think we've been left behind. I think we can get out this way. Наверное. Я не уверен. Ну, тебе как бы, наверное, оружие дать нужно. Look at the fucking psycho. I'm not sure what's worse, him or those things. Psycho. Ну давай. We gotta get out of here. Конечно, надо. Только сейчас не взорвись на первой же мине. Over here. We can get out up through there. Oh fuck. You gotta be kidding me. Fuck! 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 Get this thing off of me! I don't know about you, Christopher, but I'm getting real tired of playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be 4 dead soldiers in a minute. You're going to fail, then you are going to die. Okay, we got a situation here. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Don't let me down. У меня нет ни хилок, ни хера, так что у меня, если что, только один вариант. Давайте идите сюда, блядь. У меня здесь ни хера нет. Давайте, 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 давайте,
откидываемся, пацаны. Все вместе. Все вместе. Быстренько. Тут, так, я отключил здесь все ловушки. Я, в принципе, там... Это отвратительно, у меня нет руки. Ну да. А ничего не нашел, кстати. Ну да. Пусть там лежит. Давай. Давайте, здесь 1000. Chris, good news. Our video logs from the first unit show canisters of liquid nitrogen nearby. You might be able to deactivate the bomb by freezing it. Where are the canisters? The storage space in the mining work area. Go through the red shutter door. Это было здесь. Вот это то, что было на картинке, это было. Блять. Понял тебя. Погнали. Патроны мне дайте, пожалуйста. Подгоните хотя бы 30 тысяч патронов. Будет вообще никак. Просто конфетка. У меня есть этот ключ. Мне нужно сюда. А, блин. Друг, ты серьезно? Ну, иди на. Друзей здесь много. Побольше еще будет. Отлично. Быстро, Крис, быстрее! Времени нет. Похуй. Он упал, самое главное. Залазаем. Быстро. Куда? Взрывчатка, где? Красивая взрывчатка. А, меня закрыли, понял. The liquid nitrogen is just beyond that room. Патроны. Дробовик. Больно. Хилки. That's lovely. Понял вас? Дробовик. Не понравилось. Короче. Хилки? Нет. Хилок нет, понял. Так, давай. Лови! Тебе нравится? Я уверен, ему нравится, он бегает, смотрите, как счастлив. Да, понял вас. На дружище тебе понравится. Тебе очень сильно понравится, тварь. Гори, сука. Гори, блядь. Отсюда. Блядь. Как я, блядь, врезался, погиб и все. У меня, кстати, нет хилок. Я понял, мне понравились эти пули. Я вас понял, блядь. Ну, сейчас все патроны тратить, да, вот эти. Бум! Стоять. Пока могу. А. Я случайно. Давай, дружище, где ты? Я в ожидании твоего жирного стульща. Первый. Откиснешь? Я уверен, что ты должен откиснуть. Ритва. В общем, понял все. Он сейчас будет рыгать. Не надо рыгать, пожалуйста. Не рыгай. Это сука. О, блядь! Ты что, дурак? Не зажат. Давай. Окей, ему очень понравилось. Не пойму.
как они тут. Бар. Так, подожди. Блять, с этим, блядь, разобраться не могу. Отстань, блядь. Ну вообще нахер, да? Да сдохни ты уже, блядь. Ну вы посмотрите, ему вообще похуй. По барабану. Блядство. Блядство. Глин, глиномесовство. Так. Угу. Мне очень понравилось. Понравилось получать по лицу. Так. Так, ну давай. Попытка номер два. Тогда мы возьмем что? Мы возьмем гранаты, блядь. Так, перезарядим. Я понял. Ничего. Где это зарабатывает? That's the way. Вдруг тебе нравится? Возьмем. На, сучка. На! Далеко пойдет. Он не ощущает. Давай, умри, пожалуйста. Ты живучий кусок дерьма. Ты из чего сделан, сука? Блядь, беги! Блять, прыгаешь-то как, не знаю кто. Дурак, ты все? Ах ты сука! Если бы я знал раньше, я на, блять, это. Лови. Да не пал. Серьезно, серьезно, мне еще что-то. Мне не хватало еще играть. Сука, я еще не понимаю. Блин, ну это такой-то, блять, я с ним дерусь, как не знаю с кем, блять. Вы че? Хватит блевать, хватит блевать. Target down, Chris. Now find that nitrogen. У меня, блядь, времени я заметил, нахуй. У меня очень много времени. Да, чё? У меня целых 3 минуты из 10. А жидкие. Давай, блядь. This really didn't work. Hurry, Chris. Here goes nothing. Хорошо. I did it. Take it off before it thaws and restarts. Ты
приседай, блядь. You all right, Chris? Yeah, I'm fine. I'm fine. Okay, Lucas. It's just you and me. Ну, по судя по патронам, он, блядь. Chris, we're showing a room located behind the shield machine. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Так, ну, это было весьма, блядь, весьма и весьма, да. Занятненько. Я здесь, наверное, так я пропустил, потому что там ни хера не видно. Там так ни хера не видно, вы не представляете. Мой монитор говорит, а-ля улю пизда рулю нахуй. А, ты его отодвинул. Я думал, он залез. Я ничего, правда, не видел. Я был уверен, что он залазает, но нет. Он не залез. Ой, ебать, что еще? Ну, я же говорю, я что-то это пропустил, да. Давайте посмотрим, что здесь у нас еще имеется в наличии. Офигеть, как он влетает просто. А, нет, сюда не пойду. До свидания. Этот патрон я не хотел тратить, но я его потратил, потому что могу, потому что у меня и он был. Патронов сейчас у меня больше нет. Здесь... я туда не пойду. Мне туда не надо. Согласны? Согласны. Я думаю, согласны, блядь. У меня, если не согласны, вы согласны, значит. Значит, вы согласны. Если вы не согласны, я думаю, вам нужно согласиться, а то будет мне, ой, как... О, древняя монета. Сколько там нужно? 5? Мне 3 есть. Ой, блядь. А чё я так дохуя пропустил? Ну вот я же говорю, что тогда пропусти. А тут, оказывается, были всякие плюшки, благодаря которым я мог сэкономить патроны на всякий... Ну, как бы, да. Патрон ты сэкономил бы? Возможно, нет. Какой у меня там патрон? Ну вот, я даже патрон... Блядь, ну куда мне... Я даже патрона понабрал. Угу. Здесь ничего нет. А здесь что-нибудь у нас есть? Фонарик-то не зря ли? Я вроде здесь ничего не подбирал. Древние монеты нет. У меня их всего 3. 3 древние монеты. Так, а куда я еще не заходил последние? Так, 6 патронов мне давали усиленных, да? Давали. Я их прокекал. Ну вот и все, можно в принципе больше ничего и не делать. Я тут вообще дверь открывать. Так, пистолеты и патроны. А, да? Они есть. Я рассчитывал, что их еще нету. Ну ладно, если есть, значит есть. Так, хорошо. Так, я могу, я сохраню или не сохраню? Нет, пока не сохраняюсь. Сохраняться пока можно не сохраняться. Так, я сейчас под все эти древние монеты закину. Хоть у меня их не все. Подожди, что это я подобрал? Это что я подобрал? Стероиды значительно действуют бесточно. А почему, как говорится, и нет? Вот и ХП и повысил, и исцелил. Так, куда мне можно пойти? Куда? Да. У нас есть зеленая зона, в которой все токсично, все неприятно, все вонючее, все противно. В которой я могу зайти и что сделать? Правильно, разнести кабины, так как что? Правильно, все правильно понимают, так как у меня есть патроны, которые уничтожают, аннигилируют. Ой, нет, мне не надо, кстати, сюда тогда заходить. Да. Мне нужно просто сюда зайти, посмотреть, что здесь у нас творится. Ага. Ага. Ух ты. А вот ты как бы все. Че там? Усиленный инъектор. А, инъектор. Почему я ингибитор прочитал?
снижает напряжение, тем самым ускоряя перезарядку, действует бессрочно. О, вообще все, мне даже туда ходить больше не надо. Даже сюда заходить не надо. Хотя я хочу узнать, что здесь за дверь. Вот интерес берет вверх, так что извиняюсь, но я хочу узнать. Потому что я уже... Мне кажется, что здесь уже все. Конец у нас истории сейчас скоро будет. Кстати, просто световую бы даже бросить, чтобы меня никто не трогал. Так, где-нибудь я еще что-нибудь не нашел. Давай нормально. Почек. Красный. Как вы думаете, какова вероятность того, что эта бочка взрывается? Правильно, максимально. О, да. Так. Да тут как бы и все, да. Да, где-то, значит, я одну эту прокидку. Грустно, если честно. Прискорбно. Я буду вот так ходить, потому что где-то здесь есть пулеметики. Или нет? А, их всех обезвредили. Да, здесь, в принципе, кроме той... Блин, ну одной нету. Одной монеты, к сожалению, я не нашел. Теперь... Ну, потому что если я сейчас уйду отсюда, значит, что... Понял. Ну, хорошо. Не трогаю, не подхожу. Монет нету. Ну ладно. Нельзя так нельзя. Ну тогда ладно. Так. Тут у нас есть интересные вещи. Патроны я немножко подобрал. Даже много патронов понабрал. Так что можно выходить отседова. Может, здесь где-нибудь она на полу валяется, на потолке. Мне нужна эта древняя монета. Так не знаю что. Я хочу. Хочу древнюю монету. Кто-нибудь дайте мне древнюю монету. Прям вот на блюдечке с голубой каемочкой будет вообще кайф. А я здесь вообще ходил. Ага. Понял. Я ходил там. Ну все, значит, уходим, монету используем и все. Уваливаем отсюда. У меня есть усиленный ингибитор, у меня есть обычный ингибитор, так что он инъектор-ингибитор, ё-моё. Все, теперь можно спокойно заканчивать эту DLC-шку, потому что если мы сейчас откроем эту дверь, что будет? Правильно, мы просто откроем эту дверь. Подожди, не открывай. Или что там, запускай, например. Жалко, здесь прям нет монет. Что? Не, я так не играю, блядь. Так, какие-то херня была? Где-то здесь. Ну, не. Я знаю, где, что там, то, что мне нужно. Подожди, я сейчас верну. Да. Это поблизости, потому из-за этого я и здесь. Здесь все отключено, так что вообще великолепно все. Так, а там где я нашел, блядь? А, ну ладно. Ну, я расстроен, я в печали. Я не знал, что здесь говно. Ну ничего.
Я не сильно расстроился, я просто огорчился. Так, здесь... Нет. Там стабилизатор. Ну, теперь я зато быстрее перезаряжаюсь. Да-да. Так, сохранюсь, конечно же. Три сохранения. Целых три сохранения. А? Я, честно, думал, что серии будет немножко больше. Уйдет на это, ну... Ушло намного меньше. Если, конечно, тут сейчас не появится... Монета, например, нет? Гранат. Так, подожди. Даже вот сейчас... Включи фонарь. Кристофер, stay with us, I see. Very impressive, my friend. Very impressive. Let's just see how impressive you really are. Фонарь, включи, пожалуйста. Что такое? А, подожди. 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 Ничего патроны. Подожди. Ловите. Серьезно? Просто нужно выжить. Дабл килл. Подожди, ты плохой. Тебе одного выстрела хватает, а тебе... Хунекс? Обычно. Опа! Хунекс? Я думаю, мне просто... You're slowing down, Christopher. Almost had you that time. Just how much more of this do you think you can take? Немного, кстати, у меня патронов не так уж сейчас. Особенно если это два жиробаса нахуй. Спорим, товарищи. Давайте тут по очереди сейчас и будет. Я вниз не хочу. Товарищи, вы спускаете? Застрял. Гори, тварь! Ну и пошел. А, блядь, не говорите мне, пожалуйста, что вы те самые гандоны. Нет, стой. Да ладно тебе! Я думал, окей.
No more, all right? I don't have anything left. You won't get any sympathy from me, asshole. I know. I've done terrible things. Меня взломали. I killed your man. I tortured them. And I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Хера не видно, уйди. Sounds like time's running out for you. Tick tock, Christopher. Tick tock. You're gonna kill me, just kill me. For the love of God, shut the fuck up. Так, ну и как мы... А, здесь очень много таких хуйни, да? Чё там, Севен? Давай. Давай. Я верю в тебя. О, есть пробитие. Я почти умер. Это было весьма близко. Так, что у меня по ингибиторам? Два обычных, хорошо. Отлично, великолепно. Крис, are you okay? Yeah, нет. I'm fine. We managed to intercept an email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time, cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who'd he send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Рабочая или нет? Я еще патроны хорошие. Бля, в какую сторону ты смотришь? А, влево. Я думал, на меня смотрит. Так, ну что, это еще не конец, что ли? Далеко до конца? Если сохранение, значит, я останавливаюсь на этом. Я думал, здесь все. А тут, оказывается, еще... Ой, как, ой-ой-ой. Так, значит, сохранение слева, да? Нет, не думаю, слишком большие двери для сохранения. 12 минут после введения дозы... Классификация клеток. Так, мне нужно сохранение. Мне сейчас вообще ничего не нужно, кроме сохранения. Потому что мы прошли через огонь, воду, медные трубы и тому всего подобное. Но пока мы ничего не нашли. Блять. Вас понял. Сохранения нет. Сохранение не завезли. Здесь не открывается. Пойдем наверх. Здесь не шкафчики нет. Открываются. Твою мать-то, блядь. Ой-ой-ой. Ну, потратил на один патрон больше, что ж такого. 11 июня 2017 года. Как же меня достал этот Лукас. Он только что... Они только что назначили его главным исследователем, но это моя должность. За кого они меня принимают? Почему я дипломированный микробиолог должен работать под началом психа? Он только и делает, что играет с подопытными, заставляет их сражаться и проводить ненужные вскрытия. Он болен. Он даже не подозревает о потенциале мутамицелия серии мутамицета. Обязательно пожалуюсь на него, на его поведение в следующем совещании со штабом. Ахей. Не думаю, что это поможет. Мне слишком много всего дают, значит, это еще не конец. А если это не конец, значит, нужно еще что-то найти. Ай, у меня нос забиваться начал опять. Надо сейчас скоро закапать опять. Понял вас.
Значит, мы останавливаемся здесь, вот прямо здесь, вот прямо вот сейчас вот тут останавливаемся, а потом мы пойдем туда, чтобы разобраться с теми двумя друзьями. Ладненько, вот так вот мы останавливаемся. Хей. Итак, всем пока, с вами был Стал, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, до следующей серии и всем пока.